назван предполагаемый победитель в «Игре престолов». Наиболее вероятной кандидатурой эксперт называет Сансу Старк. Именно она может получить железный трон. Профессор Колумбийского университета Брюс Кривин назвал вероятного победителя популярного телесериала «Игра престолов». После тщательного анализа он пришел к выводу, что самые большие шансы получить железный трон у Сансы Старк. Об этом пишет Associated Press. По словам академика, Санса имеет хорошие шансы на успех благодаря ее большому опыту. Она начинала беспомощной принцессой с мечтами о лимонных пирожных, а превратилась в хитрого стратега. Она вытерпела унизительные бракосочетания, научившись таким образом приспосабливаться и адаптироваться. То, чего не умел делать ее отец Нед Старк, отметил он. По мнению ученого, героиня овладела искусством манипулировать людьми. Кроме того, от Серсии она взяла лидерство и бескомпромиссность. По словам Кривина, Сансе не хватает лишь огневой мощи, которая есть у Дейенерис Таргариен, а также навыков убийцы, как у Арьи Старк. Также были опрошены представители фондового рынка и букмекеры, которые усматривают в Бране Старке ключевого претендента на победу. Он, по мнению респондентов, выделяется своим умением предсказывать будущее. А профессор средневековой европейской литературы в Оксфорде Каролайн Ларрингтон убежден, что железный трон получит Дейенерис Таргариен. Ранее сообщалось, что создатели сериала «Игра престолов» показали процесс создания спецэффектов. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.